шаришь. Когда шаришь про спорт. Поєдинок. Що ж, стартовий свисток і поїхав. Таке відчуття, що ваша команда з перших хвилин взагалі не прокинулася, пропустила два таких жахливих м'ячі. Ви знаєте, у нас тенденція команди такова, що от в прошлій грі ми забили два і перестали грати. Зараз ми пропустили два і ми почали грати в футбол. В першу чергу, благодарність сопернику за гру. Хороша опять нервна гра зі сторони нашої команди. Ну, дійсно, там ребят коментувати не буду. Да? Но я дуже рад, що сьогодні нам вдалося добити ті стратегически важных 3 очка, потому что мы слишком много потеряли, да, и сейчас должны шашки на голо добывать очки. Але важка перемога, и Вега, як вам взагалі суперник? Отличный соперник. Я считаю, то, что сегодня обе команды показали достаточно неплохой темп, учитывая то, что игра была в 9:30 утра, да, еще люди обычно спят такое время на выходных, да. А у нас уже как бы работаем не в 100, в 150%, потому что результат в первую очередь, да, и обе команды сегодня хотели победить, но я считаю то, что олицетворением сегодняшней победы является наш четвертый мяч, да, нам сегодня вот так, скажем, повезло, да, мы свои моменты реализовали, ребята, ну, не могу сказать, что у них там во втором тайме было какое-то большое количество моментов, но все-таки сегодня реализация у нас лучше, значит, ну, значит, так и должно быть. Загалом, сьомий номер, який забив 4 м'ячі, це ваш жокер, я так розумію. Да, мы провели селекционную работу перед чемпионатом, за 2 ящика бананов купили Виталика Лымара, вот, и, ну, статистика говорит за себя, да, человек за 4 игры забил больше, чем, ну, я не знаю, больше, чем вся наша команда, так точно, да, ну, молодец, я очень доволен, то, что такой футболист, я подчеркну слово футболист, пришел в нашу команду. Шаришь.
когда шаришь про спорт.